Новые правила, меньше проблем. 15 октября вступает в силу новый регламент ГИБДД, который призван упростить регистрацию транспорта. Раньше это было сложнее, нужно было суматоха с ГАИ, ну, с ГИБДД постоянно, то есть вот постоянная беготня. Сейчас все просто. Олег из Рыбинска специально приехал в Ярославль за красивым номером. Поменять автомобильный номер теперь можно без проблем. В этой мастерской на Московском проспекте его изготовят за 2,5 минуты. Еще столько же времени займет заполнение бумаг. Раньше сюда приходили люди с потертыми, ржавыми или пострадавшими в ДТП номерами. Здесь им делали дубликат. Теперь работы у Ивана Петровича прибавится. С утраченными, похищенными номерами здесь больше будет клиентов. Раньше мы им отказывали. Отправляли в ГАИ, чтобы они делали перерегистрацию своего автомобильного транспорта. Новые номера получали, допустим, новые свидетельства. Сегодня было 3 человека, которые пришли с потерянными номерами. Всего дубликаты изготавливают и выдают 3 фирмы. Все они находятся в Ярославле. А в ГИБДД в прошлом году за новыми номерами после хищения или утраты обратилось 2700 человек. С 15 октября у таких людей есть выбор. Также, согласно новым регламентам, поставить машину на учет можно вне зависимости от прописки. Снимать машину с учета необходимо только при ее утилизации. А на все регистрационные процедуры должно уходить не больше часа. Яна Хромова, Александр Рябков.